Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я на выставке мотоциклов в Метрополис. Вот она я. Вот я вам показываю расписание. 7 апреля роспись байкерских пряников, декоративный бейсблок. Там 14 апреля создание браслетов, роспись байкерских футбол. 21-го декоративный бейсбол, создание байкерских значков. А 28 апреля роспись байкерских пряников, временные татуировки. Классно, татуировки. Сегодня, кстати, когда у меня зуб выпал, и сегодня у меня еще один зуб выпадет. Вот и красный, как бы, красный мотоцикл. Мотоцикл, он пожарный. Пожарный, вот. Он такой красно-черный. Я потом подойду вам спереди покажу. Вот это полицейский мотоцикл. Он, ну, черный, ну, голубой там есть и белый цвет. Ну, и это местный, знаете, так. И, в общем, вот такой мотоцикл, я, честно говоря, теперь не знаю. Если тот полицейский, то тот пожарный, а это я не знаю какой. В общем... Вот такой вот черно-белый мотоцикл. Здесь написано фотоконкурс 6 апреля по 6 мая сделал самое оригинальное фото на выставке мотоциклов в торговый центр Метрополис. Разместите его в соцсетях смотра. Подпишитесь на какой-то там этот и выиграй айфон, телефон. Класс. Попробуйте поучаствовать. Походу, я не знаю какой. Вот полицейский, и мы доходим до первого пожарного. Ну и идем к следующей паре. Это как бы такие, ну, которые раньше были мотоциклы, на которых ездили именно, ну, как сказать, на которых ездили полиция, пожарные, еще не знаю кто, а эти просто продавали мотоциклы, такие черные. Я впереди опять же покажу. Здесь всего показано 4 вида. Вот такие они, вот они черненькие. Так, идем в следующую сторону смотреть. Вот табличка, там, по-моему, тоже была табличка. Еще осталось, еще два здесь мотоцикла стоят. Ну и поближе тот мотоцикл, который спрятался. Здесь опять табличка. И
вот такой вот. И следующие будут военные. Если что-то я там не до... Если я там... Если он тот черный, третий, ну, который говорил, там пожарный, полицейский, еще вот я не знаю, напишите в комментариях, какой это. Ну, как бы, напишите. А то я узнаю, учусь. Куплю до 1945 года в мотоцикл из 34 в любом состоянии. Номер. Короче, бусик карты не очень. Видите? Да, это военные. Пойдем я смотреть с передней стороны. Так, там люди табличку читают. Там Санара написано. ВМВ Р-75, а, то есть 75 и Санат. Так, следующее у нас вот такой вот интересный с семеркой. Вот здесь табличка США. Я не смотрела там, конечно. Ну и вообще. И пойдемте смотреть последние мотоциклы. Это современные что-то. Где должны быть. Вау. Ну и смотрим. Их здесь очень много. Я вам все спереди буду показывать, которые могу. Вот такой вот красивый. О, вот этот прям красивый. А этот такой. Папа, это что там будет? Папа, иди сюда. Вот такой вот. Да. Теперь пройдем как-то. Что ли? Так, сейчас я обойду. Придется обойти, то есть, потому что заново приду. Нет, конечно. Мы уедем сразу на фили сразу, потому что по-братски мы не делаем. Зелененький, красивый, как только. Сейчас я через один покажу, а то там просто там люди. Вот он черненький.
Продолжаем смотреть наши мотоциклы. Если вы не успеваете это все читать, поставьте видео на паузу и спокойно прочитайте. И узнаете новую информацию о мотоциклах. Возможно. Вот такой вот красно-белый и последний мотоцикл на сегодня. Вот он. Это кроссовый мотоцикл CZ500. Вот следующие мотоциклы. О, это правда? Вот красненький, наверное, тоже пожарный. Но не, ну он пиратский, по-моему. Синий. И опять черный. Как так? Сейчас я вам все это покажу. Перевести. Кастом. Вот такие вот красивые мотоциклы. Вот здесь Иже Юпитер 1962 году. Какого? Вот как у меня тут. Вот он. Голубой. Следующий Советский Союз 1956 год. Иже-8 Советский Союз 1938 год. Это какой-то бурно-зеленого цвета ТИС-АМ-600. Какой-то опять черненький L300 Красный Октябрь 1937 года. VMW A2 Германия 1936 год. У-251 ОСЛ. Идем к следующим мотоциклам. Вот они, мотоциклы. Так. Хелдри Давидсон. Если я неправильно прочитаю, видите, я эти слова еще не читала. США, 1938 год. Название я уже английский не буду или немецкий, не знаю. США, 1929 год. Чехословакия, 1944 год. Вот такая ярко-красная. Ой, здесь красные все. Да, здесь все красные мотоциклы. Это Ява, очень знаменитая.
Чеховская, 1962 год. Хотя здесь все мотоциклы красные. Здесь их новые, старые мотоциклы. Ой, такой мотоцикл, типа с другом или животным можно водить. И там сзади груз. Это я вот с коляской в Чехословакии, 1971 год. У меня двигателя на нее нет. А как ты так? Это Ява с коляской, 1976 год. И Ява с коляской Чехословакия, 1985 год. Вот наши мотоциклы. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, еще увидишь много интересных видео. Всем пока!